автопилотом не пользуешься? По рядкам, который ведет? Ну, калибровать надо. А, то есть не откалиброванный? Да-да. Папа уходит. А что сервисники говорят? Или просто этот? Я им еще не сказал. Не говорили? Урожайность не считает? Здесь нет, по-моему. Здесь нет, да? И сколько вот на такой массе в день гектаров получается убрать? Вчера 35 было. Это вот на этом поле, да? Да-да. Это 35 гектаров, это по времени сколько примерно получается? Со скольки до скольки? Пол. Вот с этого зашли. До 7 вечера. До 7 вечера, да? Маячки включаешь, когда останавливаешься, да, чтобы видно было? Да. А так вообще, говоришь, это второй сезон уже работает, да, комбайн? Ну да. Так, второй. А сережа. Первый сезон работал. А, получается, он в том году уже под осень пришел, да, только? В сентябре. В сентябре, да? И в том году сколько кукурузы убрали вот на нем? Где-то 600. 600 гектаров, да? Да. А в этом году сколько уже убрал? 300. Что у нас? Синаж 960. Синаж же только весь на подборе, да? Да. И как вообще, как говорится, до этого на кормоуборочных работал на каких-то комбайнах или нет? На Полисе работал, УИС 280. Mm-hmm. И на Дон. 680? Да-да. Ну да, здесь уже, как говорится, спрашивать, есть ли отличие, это глупо. Ну да. Ну а так вообще привыкал долго к комбайну, нет? Два дня, по-моему. Два дня сервисники приезжали, учили, да? Ну, первый день учили так. Потом я в Бертвях ушел, там работал. Ну, у тебя, я смотрю, монитор маленький, камер нету, да? Камера только сзади есть. Только сзади видно. А, на силосопроводе нету? Нету. А загон, когда отрезаешь, как? Машина рядом идет или сзади? Ну, рядом идем. Рядом, да? Да. Тоже прицеп маленький. Нет, я к тому, что вот как, например, некоторые делают же, сзади машину пускают, да, назад кидают. Понятно. По прожорливости, вот ты говоришь 35 гектар, сколько солярки съедает на это дело? Вчера 550 литров. 550 литров. Мочевина есть здесь? Есть. Есть, да? Мочевина сколько уходит? Да. Ну вообще вот бак мочевины сколько литров? 110. И на сколько хватает его заправок? Вот на 300 гектаров. На 300 гектаров? Понятно. А так вообще вот ножи точить часто точишь или нет, например? Раз в день. Это даже на кукурузе? Да. Он как-то говорит об этом, что, например, что... Может, как его, мощность не хватает. А, нагрузка тяжело уже идет, повышается? Да. Вчера в обеде, сегодня буду в обеде. А на этом, на сенаже тогда? На сенаже там два раза в день. Два раза в день даже? Да. Там, посмотри, какая масса там. Угу. Получается, скорость подбираешь в зависимости от нагрузки, да? Да, то есть... да. Полный привод здесь тоже, да, на комбайне? Да. Подвеска регулируемая. Да. Вообще вот подвеской регулируемой приходится пользоваться или нет? Нет. Нет? Ну только когда отцепляю уже от педаля.
Когда цепляешь, что, зад поднимаешь или наоборот опускаешь? Поднимаю. Поднимаешь, да? Так на поле-то вижу. А на поле какое значение выставляешь? Среднее или как? Или максимальное, минимальное? Ну, минимальное. Минимальное? Да. А полный привод активируется как-то отдельно или автоматом включается? Можно автоматом, можно и клавишей. Приходилось пользоваться, нет? Нет. Грязи не было еще такой. Да? По надежности, вот ты уже, получается, второй сезон на нем уже практически дорабатываешь. Какие-то вот проблемы, слабые места вообще у них были? Проблемы у нас с насосом были. С насосом каким? Топливным, гидравлическим? Мочевиной. Каким? Мочевиной. А, мочевиной? Да, да. Весной поменяли. Новый поставили? Да, да. А так вот я сейчас видел, тебе фильтр привезли новый, ну как бы поменяли и... Да, да. Это новый или, ну, продутый просто фильтр, прочищенный? Ну, когда ко мне привезли, это сервисники поменяли, доставили. Вот, новый, кажется. Ты каждый день его меняешь, продуваешь или как? Нет, вот в этом году весной поменяли, сервисники. Мастер-меняли. А, то есть он не забивается, ничего, нормально, нет, да? Нет, нормально. Он, в принципе, сейчас даже его достали, он не такой уж грязный, как говорится, был. Усилением выброса, как это правильно называть-то, приходится пользоваться или нет? Тут же здесь есть, можно, ну, да, опция, например, чтобы он еще дальше кидал. Да, да. Я не пользуюсь, так хватает. А так вообще получается, ты только на этом комбайне работаешь или еще на что? На посевной МТЗ работаю. На МТЗ? Да, 82. А так, наверное, с лета, что, с июня, наверное, да, уже сенаж? Да, да. У нас один комбайн на три района. Тут Делищик, Морож, Клещ. А вот в предыдущем хозяйстве ты, получается, работал с этим, с КВК-800. Это был тоже местный какой-то? Да. Вот с КВК-800, например, так вот, если издалека немножечко, как говорится, сравнить, насколько производительность вот у этого комбайна больше, чем у него того? КВК 800 грузил 1 КМ с перцепом, я 3 отправлял. А, за это время, да? Да, да. Ежедневное техническое обслуживание какое-то вот есть, нет у этого комбайна? То есть что-то мазать, например, вручную? Ну, вручную жатку мазать. Да. У него центральные смазки есть, маслонапальные и все. Короче, основные точки все центросмазка мажет? Да, да. Жатку, ножи, что-то, я не знаю, менять приходилось или нет? Нет, нет. Нет, все так. Пока нормально. А вообще по моточасам сколько уже на комбайне на этом? Ну, 978. 978 моточасов. Да. Когда приходило, где-то 500 было. А, то есть уже 500 было, когда да, пришел, да? Да, наработка, да. Ну, это, получается, наработка там где-то в Германии, да, наверное, в Европе? Да, да. Была. На барабане ножи приходилось менять или нет? Сервисники меняют на Синаж одни ножи, на Силус другие ножи. А, даже так? Да, да. То есть они сами приезжают? Да, да. Не звоним, а приходят, меняют.
жатка до скольки редковая? 8 или 10? 10, да? Это по такой вот массе у тебя под 10 километров в час крейсерская скорость задержишь. Ну, да. За 2 минуты КамАЗ будет. 2 минуты? Да. Сейчас засекал. А по тоннажу считали или нет, например, сколько в прошлом году заготовили силоса? Нет, вот вчера 700 тонн было. 700 тонн, да, за один день? Да, да, 35 гектаров.